26 мая в Афипском прошло зональное совещание об итогах деятельности органов территориального общественного самоуправления в 2021 году. В Доме культуры собрались члены ТОС из города Краснодар, Горячий ключ, Апшеронского, Абинского, Динского, Белореченского и Северского районов. Гостей мероприятия встречали тематические стенды районов участников совещания. Для членов территориального общественного самоуправления провели обучающий семинар. Члены комитета по вопросам местного самоуправления законодательного собрания края рассказали о реализации национальных проектов, инициативном бюджетировании и изменениях в законодательстве. Каждый желающий мог задать вопрос. Главная повестка дня – подведение итогов конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 году. С приветственным словом к участникам совещания обратился глава Северского района Андрей Дорошевский. Роль активистов ТОС в создании общественного благополучия неоценима. Мы все понимаем, что структура государственной власти эффективна при сотрудничестве с местным самоуправлением. Неравнодушие жителей, их участие в жизни своей малой родины является залогом благополучия и процветания Кубани. В Северском районе зарегистрировано 114 органов ТОС. Подводя итог работы за 2021 год, могу сказать, что вместе мы многого добились. Несмотря на то, что порой приходилось решать совсем непростые вопросы и задачи. Надеюсь, что эта совместная работа продолжится и впредь. Сегодня в Краснодарском крае действуют 6383 органа ТОС. С их помощью решаются проблемы в поселениях, появляются новые скверы и детские площадки, поселения становятся краше. Конкурс на лучший орган ТОС – возможность не только получить признание, но и выиграть денежные средства на развитие территории. В Северском районе очередную победу одержал ТОС номер один «Хуторок» хутор Стефановский. Всех победителей наградили дипломами и благодарственными письмами губернатора Кубани. Особым подарком для всех стало выступление муниципального ансамбля песни и танца «Весна». Конкурс «Лучший орган территориального общественного самоуправления» проводят ежегодно.